В Караганде открылся новый детский магазин «Еркимай». Теперь родители могут не ломать голову, где купить своему ребенку вещи и школьные принадлежности. Все это есть в новом магазине. Амина Смакова узнавала об особенностях детского шопинга. Мы сейчас посмотрим, кто из вас смекалистик. Открытие детского магазина «Еркимай» происходило на улице. Руководители магазина устроили настоящее шоу для маленьких жителей Караганды. Конкурсы, танцы, песни были подготовлены специально для будущих покупателей. Те, кто активно в них участвовал, получил значительную скидку на покупки. Торжественно перерезал ленточку и поздравил карагандинцев руководитель сети магазинов «Еркимай» Александр Галиулин. Я очень рад, что мы открываемся в вашем замечательном городе. Надеюсь, вы полюбите наш магазин. Это 6-й магазин в нашей компании. С каждым новым магазином мы стараемся быть все лучше, выбирать более качественный товар, подбирать грамотный ассортимент, делать доступными цены, чтобы наше будущее поколение, которое мы вместе все воспитываем, оно росло, развивалось. Ассортимент, от которого глаза разбегаются в разные стороны. Здесь можно приобрести вещи как для младенцев, так уже для более взрослых детей. Сейчас как раз та самая пора, когда начинается закупка канцтоваров. Будущие первоклассники могут одеться и подготовиться к школе с иголочки. Большая площадь магазина позволяет карагандинцам спокойно вместе с детьми выбирать товар, при этом не мешая друг другу. Детские коляски, игрушки, одежда, игры, помогающие развивать ребенка. Все это и не только по доступным ценам горожане смогли найти на полках магазина «Еркимай». Очень даже впечатляет. Да? Да. Ну только вот еще, мы только начали. Действительно, немного осмотревшись, карагандинцы начали скупать вещи для своих любимых чад на год вперед. Покупатели шутят, единственная проблема состоит в том, что от огромного ассортимента продукции разбегаются глаза. Красиво, доступные цены, будем сюда ходить постоянно. А вот вы уже что-то хотите? Мы не знаем, что выбрать, или это, или это, уже вам все нравится. Уже вот взяли вот такой вот костюмчик летний, вот поедем отдыхать. Магазин нам понравился, выбор большой. Вот сейчас смотрим, выбираем для племянников и для ребенка своего. Будущие мамы также могут найти много полезных, качественных вещей для себя и своих малышей. Детское питание, кроватки, комбинезоны, треугольники для новорожденных радуют своими ценами и широким выбором. Очень хорошо, выбор хороший, вообще классно. Взрослые есть взрослые, но все-таки главными судьями на открытии были самые маленькие придирчивые покупатели. Несмотря на свой возраст, они старались разглядеть качество и вид товара. Ну, мне еще понравилась школьная одежда. Такие яркие еще. Ну, и еще сейчас школу пора уже, и тут есть все. Открытие прошло на ура. Карагандинцы до самого вечера целым потоком заходили в магазин, а выходили уже не с пустыми руками. На входе детям и родителям раздавали бесплатное мороженое. Спасибо. Амина Смакова, Ужас Габасов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.